Человек, который ездил на Евровидение, а я нет. Человек, который ездил на Евровидение от Белоруссии, а я нет. И выступил, между прочим, очень и очень хорошо. Человек, которому написал сам Киркоров, а нам не. На сцене Дмитрий Колдун. Евровидение. Новые песни. И вот, наконец, как высшая награда за труд – золотой граммофон. Дима Колдун. «Дай мне силу». В глубине души она горит, словно кинжал без ножен. На металл забывший боль и стыд так похожа. Знаю, ей легко в твоей груди стать безумство бездной, но у нас все это впереди. Вот это мощь, вот это преемственность. Я думаю, что вся Белоруссия должна гордиться этим певцом и, кстати, очень симпатичным парнем. «Отдай мне силу» — так называлась эта композиция. Просил Дмитрий своей песни, ну и, конечно же, напросился. На сцену выходит замечательная дама — Ольга Слуцких. Золотой граммофон. Привет всем. Дим, я тебя поздравляю с этой потрясающей премией. Мы тебе даем силу сегодня, силу этой премии, силу любви людей и признания твоего творчества. Я тебя поздравляю, ты большой молодец. Золотой граммофон. И за право объявить следующее.